упражнение на бицепс, которое мы будем выполнять, опять же, на нижнем блоке. Можно с канатом, можно с перекладиной. Если нет возможности выполнения на блоке, можно или с грифом, или с гантелями. Опять же, что у вас есть под рукой. Локти стараемся держать к туловищу. И теперь поднимаем наверх, зажимаем бицепс и опускаем. Не спешим. Очень часто я вижу вот эти ошибки. У вас просто мышцы не успевают работать, те, которые должны работать. Так что выполняем медленно, зажимаем, отпустили. Зажали, отпустили. Зажали, отпустили.